после удара по штабу Черноморского флота РФ пошли большие потери. Силы спецоперации сообщают, ликвидировано сразу 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба восстановлению не подлежит. Также ССО обновили информацию по потерям противника в результате удара по БДК «Минск». Учитывая тот факт, что большой десантный корабль «Минск» должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта. Шикарные новости. Ну а я предлагаю вам еще раз взглянуть на то, как это произошло.